переночевал в домике. Ну, едем дальше. Пробираемся через адские пробки в Туапсе, чтобы приехать в Сочи и в его окрестности погулять там, как планировано. Слышим лес, пишет, ехать 3 часа, 18 километров, которые мы будем ехать 3 часа. Вот такие тут дороги, пробки, все такое. Приближаемся к какому-то водопаду. Дорога вот такая. С одной стороны пропасть, с другой стороны у нас тут такие вот отличные красивые виды. Очень интересная дорога. В общем, красиво. Солнышко, ты можешь поснимать на камеру? Возьми, пожалуйста. Ну, это будет здорово. Во-первых, ты отвлечешься, тебе будет не так страшно. Во-вторых, у нас будет красивая съемка. Такие тут места красивые. Какая красотища. Вот так вот капает водичка. Водопад туда. Туда. Вот это считается для джипов, что ли, дорога уже. Долго превратилось вот в такое. О. То есть тут легкий бродик. Такой, я бы сказал, что асфальтоукрепленный бродик. Очень интересно. Как-то так. Ну, едем дальше. Естественно, Миш. Уа, я теперь вижу дорогу. Да, там парковку вижу. Ну, это радует. Опа. Хороший крем. Ну, насчет 4 на 4, видишь, забетонировали все. Теперь можно подъехать даже на легковушке. Ух ты. Какая высотища. И вот где-то там, видимо, водопады внизу. К водопаду. Ну, идемте. Вот так вот красивый живописный спуск. У нас идет к водопаду. Главное, нам обратно придется по нему еще подниматься. Ух ты. Ох ты! Этого становится видно. Красивый! Деревья, да, мхом покрылись. Да, этих водопадов мхом покрывается. Тут влажность больше. На воздухе, да. Красиво. Ух ты, какая ящерка. Ящерка, вот, убежала. Ух. Большой. Красота. Ой, красиво.
Вот пошел делать шашлыки. Вот так вот. Какие-то плавают. Да, рыбки плавают. Здесь собака, я не поняла, кто вообще за что, я же не видела. Красота! Вот такой вот вид из кафе открывается. Заказали мясо в кафе, будем его ждать. Вот, интересная графа в кафе. Приготовление вашего мяса. Цена за килограмм 200 рублей на мангале. Так что, в принципе, если сюда брать мясо, его вам приготовят всего за 200 рублей. Есть? Ужас. Ты Тарзан. Так, опа. И ногами вперед. Мирик, будешь кататься? А что, папа, папа? Не, я, пожалуй, тоже пас. Да, почему? Ступеньки, пеньки, пеньки. Старые пердуны, блин. Как красиво тут, а? Вот такая калитка. Чтобы животные не разбредались. Вот здесь можно погулять дальше. Айда, идемте. Не забываем закрывать, калитку расспросят. Тропа идет дальше. Мы идем по этой тропе. Вот, а тут находится экопарк Таджик. И еще два водопада дальше. Вот. Вот сам водопад и ресторанчик. Вот мы дошли до сюда. А вот здесь вот идет тропа, которая дальше приходит к...
Чаковский водопад. Верхний и нижний, два водопада, на которые можно сходить. Развалины средневекового храма. В общем, здесь можно много-много и долго погулять. Лучше уже потом заедем. И погуляем, если что. Красиво. Баранины поменьше, а свинины побольше. Ага, ну хорошо. Так, это все. Вот такая вот у нас тут вкусная еда. Это бараники три кусочка. Ну что ж, мы поехали по этой дивной красивой лесной дороге. Через какие-то большие луны очередные. Ой, машина хорошая. Ну, немножко плохо. Легкий небольшой уклон. Уклон на самом деле небольшой. Там типа экопарк. Туда, наверное, тоже можно проехать. Свалка запрещена. Что там вообще? Стрел в лесу не разводить. Штраф 1000 рублей. Свалка запрещена. Больше ничего нет. Насчет въезда ничего нет. Смотрите-ка, давайте посмотрим, а что там. Может, там где-нибудь встанем. Куда-то мы приехали. На берег речки в горы. Чистейшая речка. Обалдеть. У нас, кажется, будет душ. Охренеть, как встать. Просто сказка. Даже речка есть. В общем, идеально. Вот как-то так. И здесь и припаркуемся. Это вот водопад, собственно, речка. Тот самый водопад из нее берется. Ну, в общем, практически встали рядом с речкой, из которой образуется водопад. Вот это все покрыто мхом. Это единственное. Ну и вот наша машина подсвечивает нашу палатку. Там сейчас мы с Наташей стелят лагерь. Ну и поужинали как-то. Наверное, даже еще перекусим на самом грядущем. Помпа. Компрессор включился, накачиваем его. Ну, как-то так. Там у нас соседи где-то с костерком впереди. Мы познакомились, поздоровались. Вот. С палаткой женщины. Ну, как-то так. Тишина. Ух ты. Светлячки. Я видел светлячка. Конечно, маленькая яркость. Но может получится передать светлячка. Вот. Все, не хватает. Нет, нет, не заснять. Не берет камера светлячков никак. Вот я искупался в этой горной ванне. Таинственная красивая горная речка с небольшим бассейном. Теплая. Вот как-то так. Высотища, лепотища, светляки, ванна. О, рыбка плавает, смотри. Да, видно рыбку. Ага, вот она. Обалдеть. Интересно, видно рыбку. Какая вот она тут. Загадочная рыба. Волшебно. Просто сказочно. Ну, завтра мы тут еще вовсю погуляем по этим горам, поскачем. О, смотри, еще рыбки вон они. Что за рыба? Интересно. Вот такие вот они, местные рыбки. Кто знает, что за рыбки, скажите. Что если еще две рыбки, да? Что это за рыбки? Сейчас поближе можно посмотреть. Три рыбки. Да, это бычки. Это бычки. Пресноводные.
какая-то разновидность пресноводных бычков. Обалдеть. Красиво. 4. Вон там еще одна. Да, обалдеть. 1, 2, 3, 4. Вот так вот. С утра можно искупаться еще. Будет здорово. Не ловится? Не, малек. Вот, ночное купание в ванне. Всё, Миша, я знаю, что а вы в жопу эту гель с губкой. Я тебе и сказал, просто окунись сейчас, и будет очень хорошо. Миш, я поняла, ты... Быстро-быстро окунайся. Нет, подожди. Да зайди туда, не боись. Окунись ты по-человечески, зайди туда. Может, на самое глубокое место идти смело, там только по грудь. Только вот туда и обратно. Нет. Я тебе все свечу. Давай, давай, я в тебя верю. Давай, окунись, окунись уже. Да присядь ты, присядь. 1, 2, 3. Давай, садись, садись. Иначе замерзнешь. Раз, два, три. Еще. 1, 2, 3. Вот. И что, не умерла? Можешь еще раз? Да. Давай. 1, 2. Да, можно? 1, 2, 3. Вот. Вот, я думаю, вылезай нормально. Вылезай и вытирайся. Вон тебе полотенце твое. Ну, ладно, поделись впечатлениями. Как оно было? Как тебе ванна? Лучше так, чем никак. Ну, это здорово. Вот что значит желание дополниться. Еще какая-то рыбка другая. Там мы видели бычков, а тут уже не бычки. А я уже не знаю, кто. Вот такая интересная рыбка. Тоже такая. Форелька, наверное. Кремень, что ли. Вот такой бук. Да. Ёлочка, зажгись. О, топор каменный. Да. Миш, ну хоть такой будет в палатке. Мне это 4 раза уже напугало сейчас. Сначала я сижу на стуле такой, да? Кто здесь? И вдруг мне как его огромная бабочка врезается в меня в спину. Я подскакиваю такой, смотрю, она, блин, к фонарику. Ну, потом улетела. Потом что-то начало падать. Вот там, ну, дуб, да? Вот. Я это, смотрю, ну эти желуди падают, да? Угу. Схожу поближе, смотрю, там огромный паук, блин. Прям там сидит. Где? Ир, полезь, пожалуйста. Ясно. А потом что еще? А потом туда вдаль светил, что-то там горело. Потом и погасло. Вот оно, что такое в горах ночью. А у нас тут арбузы, блин, дыни, вода. Полезь, пожалуйста. Все, что хочешь. Курочка, блин. Не, все блага цивилизации. Юра, где паук? Он сидит на камне. Где? Я вблизи подошел. Где? У, какой большой. Миша, это не паук, по-моему. Это не паук. Это сверчок, насколько я помню. Тогда не страшно. Угу. А где? Ну вот он сидит. Слышите? Вот, вот такой вот он сверчок. Падают, да, шляпки? Миша, я подхожу и... А что это? Сверчок, да, это настоящий сверчок, кстати. Смотрите, вот они именно так и выглядят, черные. Видите, чем-то похоже на кузнечиков, да? Но нет. Да. Вот, это настоящий сверчок.
Вот они чем отличаются? Какими длинными усищами, видишь? Да, они вот усищи видят. Какие? Вот это вот такой вот сверчок, даже смелый, не боится. Угу. О, какие тут деревья, опутанные плющом. Красота. Чё? Да, вот это жук. Да, ничего себе жук. Это жук-кусач, по-моему, называется. Угу. Жук-кусач. Ты веришь, он дохлый? Может, просто прикидывается. Наташ, у меня кое-что для тебя есть. Миша! Да не кричи, мама. Миш, не надо! Ты... Да ладно, не укусит. Убери, пожалуйста! Это не паук. Ну не убери, блин! Да ладно, зайка, это же даже не паук. Это не паук и не сверчок. Миш, убери. И он дохлый. Миш, убери, блин. Ладно, убираю. Вот. Убрал. Чего так боишься? Ты что такая? Ты такая боязливая. Чего ты всего боишься? Что такое? Да потому что я не доверяю тебе. Кто там был? Пойдем покажу, ничего страшного. Пойдем. Да мама, он вообще... Пойдем, он дохлый вообще, серьезно. Кто? Да, жук. Просто жук большой. Миш, да ты сейчас возьмешь руку и на меня кинешь. Зачем он дохлый? Куда его бросил-то? Вот. О, вот он точно. Ой, здесь что там такой? Нет, скажи, чтобы Юра не брал. Угу. Да не боись, он не кусается, он дохнет. Ты всех перебудешь в соседнем лагере. Ну что, расскажи, что это было, что за крики? Что было, то было. Что за жуки? Нашествие жуков? Да. Понятно. Дрожь земли. Первая часть. Ничего, надеюсь, и последняя. Клубника и арбузик. Вот. Сейчас мы все это дело будем кушать. Светляки, дыньки, арбузики. Красота, лепота. Ну вот, мы проснулись. Вот наша дивная стоянка. Вот такая тут красота. Мхом покрытые деревья. Рекуха. Как я вон пришел, она почти убежала. В общем, вот у нас сварился кофеек. Мы, наверное, еще купаемся в шикарном бассейне после завтрака. Вот в этом. Вот наша ванна, в которой мы вчера в потемках купались. Она большая и классная. Ты что там делаешь? Лежу. Ну что ты лежишь? Мы все уже едим, а ты еще лежишь. Пойдем к нам есть. Ну? Пойдем кушать. Ладно, я пошел пить кофе. Ну я тоже, уйди ты уже с камеры, а? Там встаю. Деревья вам ху. Все поросли мхом. И тут вот такой ручеёк, который, когда идут дожди, наполняется водой и стекает в речку. О.
О, как тут. Вот такой вот пересохший, можно сказать, водопадик. А это корень Мирна. Вот он какой. Для тех, кто играл в Обливион, это многое что скажет. Вот такой вот. Действительно, водопадов растет. Ну что, вот эти ступеньки. Мы идем к воде. Я попробую еще раз окунуться. Хочу принять душ. Красотища, да и только вообще. Красота. Бабочка летает, все здорово. Красиво. А, нет, вот рыбка. Рыбка скачет одна. Да, а вот есть подечерево. Ручья. А я вижу, а она есть. Вон она. Вон она, ящерка. Да где? Вон под листиком сидит. Перед дупом, перед входом в дупло, видишь? Дерево перед входом в дупло, да, зелененькая с хвостиком. Вот такая вот она прибежала сюда. О-о-о. Ну вот, едем по такой таинственной дороге. Дорога наверх, например. Представляешь, что тут ехать? Мы, конечно, наверное, тоже можем заехать, но это будет так. Весьма-весьма. Вот водопады вниз какие-то. Ну, я думаю, ладно, не знаю. Есть там что? Не видно? В общем, вот лучше парковать машину, тут негде. Интересные ущелья и дороги, да? Темные. Мы тут собирались, между прочим, вчера. Причем вот туда свалились лицом, между этими штуками. Подъеме. Сейчас уже аккуратнее проехал. Вон это ест. Сейчас поедем по еще более битой дороге, к парку, как он там называется, короче. Блять, пешочку. Вот мы находимся здесь. Угу. Вот тропа начинается. Сейчас минут 5-7 будет агва. Ага. Мостик. Мостик переходите, по тропе поднимаетесь. Там будет такая же арка, такие же стенды, указатели. Буковая поляна. Ага. Налево это на Сванице. Там водопады. Ага. Направо это Ажик. Ага. Там внизу два водопада. Ну, наверх не вы. Может, подойдете. Там большой водопад. Тропа большой, да? Да. А высокий это как там или меньше все-таки? Чуть меньше. Но все равно чуть меньше, я понял. Меньше. То есть интересно посмотреть. Но сюда, наверное, смысла никакого нет. Это тут, сюда нет смысла. В общем, дальше тоже уже не имеет смысла никуда ходить. Дальше это далеко. Угу. Далеко, ну, да? Да. Ну, здесь можете даже и когда идти. Здесь звездочка, там внизу два водопада. Один потом чуть повыше под мостиком. Угу. Места вот здесь интересные. Ну, здесь вот интересно, красиво. Да, там рыбки даже вот такие пилили делают. О, круто. Природа. Ну вот мы идем.
Ну-ка, о, ничего себе. Это вот так-то? Это вы на Смоленице пойдете? А, ну вот на Смоленице, да. Ага, круто. Мы туда советую вам сходить. Круто. Потом... Вот сейчас запомните вот это вот, и потом там будете ориентироваться. Дойдете до Смоленицы и пойдете наверх. Ага. Все вот это на Смоленице находится. Ага. Все вот эти вот интересные места. Маршрут не тяжелый, вот это детский маршрут. Ага. То есть вам нужно через Агву перейти, через мостик. Я объяснил. Наверх пойти. Объяснил, да? Угу. И там будет такая же арка и налево. Угу. Понял. И только когда пойдете, да, вот до Сванидзе дойдете, дальше буквально метров 150-200, и будет как бы такой небольшой каньон. Вам нужен будет либо по горе пройти, либо прям вброд пройти. Угу. И дальше вот уже начнется вот такой каскад. Понятно. Поняли. Хорошо. Спасибо. Вы сейчас пока на Смоленице сходите. Да, мы пока здесь погуляем, потом вот туда хотим. Вы можете на Ажик пойти. Ага. Если вы успеете. Даже так, да? Не, мы успеем, конечно. По времени на нижней успевает, да, от нас пошли. А на верхней можем не успеть? На верхней нет. Ничего себе, это по времени нам не хватит? То есть до вечера не хватит? Не хватит. Ничего себе, это как далеко. Я понял. Да, ну тут нужно несколько дней гулять. Ага, понятно. Ну что ж, вот идем погулять. По парку вход платный 200 рублей. Ну, в принципе, со всех, кроме ребенка, которому у нас 12 лет. 12 лет. Вот-вот. И теперь идем дальше. Дорогу пересекают вот такие вот ручейки. Такая вот она тропиночка. И ручеек туда вниз, в речку. А мы идем дальше. Тропинка, тропинка. Какая красота, какой вид. Черная речка. Внизу под нами течет. Высотища, лепотища. Как тут она? Красиво. О. Ничего себе, как тут течет. О! Какая горная речка, да? Как это видно. Слышка тропена, вот такой горная речка. О, рыбки плавают отсюда, вижу. Да, угу. Хорошие. Да, такие не маленькие рыбки. Такие вполне все рыбки-рыбки. О, на сколько, да, много. Хочется снимать и снимать. Да, очень красиво. Не, однозначно отличается от Крыма. Мокрее точно. Значительно большая влажность. Все прямо живет, ящерки везде. Идешь, и ты прямо слышишь, как шевелится земля. Все в ящерках. Собственно, вот, ну, не понимаю, будет сейчас. Это вот Агва, приток. Вот мостик. О, как тут красиво. Мостик через такую вот речку. Такая вот высотища. Ух. Давай. Ух. Глубокая речка. Ну, в меру. Не прыгнешь. Сними меня, как я тебя.
Вот так мы решили. Ящерки везде. Идем на водопады. На реке Сванидзе повернули уже. Налево идем по притоку. О, какое дерево. Впереди. Ничего себе дупло. Сижу. Эй. Эй. Ничего себе. Вот это я понимаю. Раритет, блин. Прям с окошком. Мы нашли тебе домик. Мы нашли тебе домик. Душек есть. Дождик идет сверху и душек. Ой, не там паутина, я туда не пойду. Есть второй вариант. Да, есть второй вариант. Но там душека нет. Убирай. Отель. Только что встретили змею. Примерно метр, наверное, здоровая такая. И она быстро-быстро скатилась вот вниз под откос. Да. В общем, хотя здесь надо смотреть под ноги. Все-таки так и понятно, дикая природа. Вот мы и вышли. На развилку. На ручей Сванидзе. На него 300 метров идти. И 2,5 километра до водопада Аджек. Ух ты. Красиво. Первое это, второе это нижний Аджекский водопад. Вот он такой. Красиво. Третье это верхний Аджекский водопад. Вот он какой. Тоже очень красиво. Какие-то средневековые развалины. Четвертое. Буковая поляна. Пятое, шестое. Это вот ручей Сванидзе, каскад водопада. Вершина 266. Мы находимся теперь вот здесь. Буковая поляна. Это не водопады на ручье Сванидзе. То есть мы шли вдоль реки Агвы. А это вот река Сочи. Большая, кстати. Водопад был Ореховский. Это приток реки Сочи. На реке Безуменка. А, нет, не Безуменка. Да, Безуменка получается. То есть мы ночевали на реке Безуменка. И купались мы в Безумной реке. То есть это у нас была река Безуменка. У нас была гора Кума с левой стороны от нас. На 622 метра. Ну, то есть мы прошли вот столько. Чтобы дойти до Аджекского водопада, надо раз, два, три, четыре, пять. Вот еще пять раз по столько, сколько мы прошли, будет верхний Аджекский водопад. Самая дальняя точка нашего пути. То есть мы прошли одну пятку. Так, и поселение Аджек. Вот оно как бы со стороны этого самого смотрим. Родник будет по дороге, между прочим, где мы сможем набрать воды. Тут недалеко. 300 метров, Наташа, всего. Правда, немножко в горку, но всего 300 метров. О, какая. И дерева огромные. Ну что ж, вот мы теперь спускаемся с горы. Я понимаю, сейчас будет этот ручей, который надо типа вброд пересекать. И идти по руслу реки. О, водопадики. Внизу первая. Ох ты, какая красота. В эту сторону перейдем вброд. Я думаю, тут не стоит идти. Вон там пройдем нормально. Красиво. Красота. Да, стало быть, от конца этой тропинки начинается путь к ручью. Вверх. Дальше будет с правой стороны опять тропинка. 150 метров. О, рыбки плавают. Красота. Головастики скачут. Какие рыбки в ручье. Это вот уже ручей Сванидзе.
Ревируемся по ручью, звонит за вверх. Красотища. А рыбки пусть скачут и скачут, много их. Ну что, а мы двигаемся дальше. По ручью звонит за люди. Спасибо, очень. Водохады красивые. Вот это я понимаю, вода промыла. Прыгай, прыгай, вариантов нет. Баба! Ну как водичка? Ну сразу лучше стало, да? Пот-то смыть конский, приятно. А в ручьях плавают лягушки, где она? А. Ой, еще одна. Ну, лягуша. Ух ты! Все больше и больше, вон сколько. Здоровая пятнистая лягушка вот такая вот. Какие вот они тут. Да, вот каскад таких водопадиков. Красиво. Вон дальше тросик натянут. Чё? Не написали. Да? Да. О, это вот эти пилинг делают. Ну да. О, точно. О, они оживились. О, я чувствую, они меня делают пилинг. Тут рыбки делают пилинг, иди сюда к нам. Да. Это птичка. Вот интересно, да. Ну что, это окунуться, ничего себе, такой с гротом, да? Да. Такая прикольная. Хм. Ну что ж, Юрка, я попробую нырнуть.
Не пока. О, какой водопад. Обалдеть. Ух. Бассейн, да, такой. Ну, здесь можно хорошо поплавать. Запруда имени Юра. Вот, можно нос смочить, да. Все, идите уже. Ай. 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 Мне тоже. Круто? Да. Ай. А что, не пускают? Угу. Какой статус у вас у тебя? Собралось, да? Нет. Пошли. Вах, красота! Да, кстати, мама, у тебя душ. Душ Шарко. Да. Очень красивая речка. Вот. Красота. Здорово ты. А вот тут еще и маска. Ты его вкусный. Ой, я у меня тут сколько. Ага. У меня тоже кусок. Листиком играю. Нашли листики, давай с ним играть. Сколько рыбы-то? Это что это за рыба-то? Такие большие даже такие плавают. Они живые, учительные. Вот такая красота. Вот сколько наплыло-то рыба-то, посмотри, а. Ну, прям облепили. Распробовали меня.
Плохо это стадо вообще. Ого. Да. Вот такие головочки теперь. Лягушачьи. Хорошее место. Ну что, бросив нашу маму сидеть. Здесь, главное, слишком много на ножке, не мочи, холодно будет, простынешь. Ну, пойдем кусочком дальше. Хорошо? Вот так вот. Ну, пойдем. Делаешь стоп, и стала живая. Оп, 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 оп. Ну, как тут интересно. Сколько живности-то скачет. Посмотри еще. Где такие еще? Ну, такое дерево. Красота. Красиво течет. Ага. Еще ванночка с бревном. Здесь тоже можно прыгнуть. О. Ух ты, краб! Ничего себе! Я видел пресноводного краба. Это большая редкость. Попробую заснять этого пресноводного крабика. Если получится. А, вот он. Все, я его вижу. Реально краб, да. Обалдеть. Вот он, крабик. Вот реально крабик, да, ничего себе. В воде пресноводный крабик маленький. А, бегает боком. Эти. Смотрите, что себе, вот тяна. А что в горных ручейках бывают даже крабики пресноводные. Вот такая вот интересная живность. Вот он водопад. Здорово.
Ну как оно? О! Пришел. Ну все, идем дальше. Идем обратно. Это лепотища. Ладушки шустрые. Скачут. Вот такая лебедка. Такие вот они. Лебедушки. Так. Закузя! Стали на чистые речки. Вообще отлично. Супер. Такая вот она ванна здешняя. Неискупанная. Бывшая искупанная теперь. Вот такая вода теплая. Здорово. Прикольно тут. Водички того, лепестки. Тут так тепло, да? Ну, если на солнышке прогревается. Юра нашел интересный камушек в воде. Такой зелененький, красивый. Но возьмем с собой на сувенир. Вот здесь, очевидно, очень хорошо порезвился дятел. Он просто все задолбил. Задетлил. Все навыдалбывал. Вот это я понимаю. Развлекуха. Ну, а мы пришли к повороту на водопад. Ну что ж, пойдем дальше. К другому водопаду. Ну вот, двигаемся по тропе к Аджеку водопадом. И вот такие грибочки мы увидели на бревне. В общем, интересненько тут. Тропинка опять в гору. Видел змею, но это, сколько понимаю, медянка. Не ядовитая. Но тем не менее, вон она. Вон она, видите? Вот, видите змею? Она притаилась. Серебристая такая, видите, белая? Да. Вот это она. Да. Она на тропе сидела и с нее сейчас прыгнула туда вниз. Быстренько. Вот такие змейки, в общем, периодически попадаются. А та была черная, это гадюка. А это вот медянка. И черную мы не застяли. Вот. В общем, идем дальше к водопаду. Ну вот, дошли до такого мостика. Будем считать, что это мостик номер один. Давайте по очереди. Старайся ступать так, чтобы сразу на две доски нога вставала. То мостик дряхлый, а вот мостик номер два. Сейчас по нему пойдем. О, родник, а в нем змея. Вот родник, а в нем змея. Это гадюка, по-моему. А, уж. Вон у него желтенький, видите? Это ужик. А мостик есть, но ветхий. На лавочке сидит вообще стрёмно. Лучше обойти. Водопадик прям оттуда течет. Ручейки. Вот
так вот бегут тут ручейки. Паровую штуку нашли. Это GPS-передатчик, наверное. Вон, а где висит тут? Да. Пускай висит. Такая штучка. У нас домик. Возможно, это родничок. Родник, точно. Вот он. Вот это половина пути. Операторская кухня. Все вот так вот, не иначе. Прям таки здесь. На берегу родничка. Сейчас мы берем водички и пойдем дальше. Вот, еще столько же там идти до водопада. Первого. Положим такой родничок, наполним. Пополним наши запасы воды. Идти далеко, пить хочется. Водичка чистенькая, холодненькая. Вот очередной, четвертый по счету, мостик, который выглядит весьма хлипким. Браво. Да уж, перила. Вообще жопа. Вот и пятый мостик. Вот такой вот он. С водой что-то тут. В общем, прикольненько так. Ну, идем. Ну что, вот еще один мостик. Красиво. Такой ручеек красиво стекает вниз. Представляешь, вот это все превращается в бурную реку. Высотой, представляешь, вот высота, собственно, бывает вот что, там, например, метр два глубины. Это река во время паводков. Вот так. Идите по центральному бревну. О! Что себе такое ущелье. Глубокое. А вот на дне река Сочи. И вот вдоль нее мы идем. Вон она, река Сочи. На самом-самом дне ее видно. Вот так вот. Красиво. Ура, вот он, шестой мостик. Его можно обойти сторонкой, и я думаю, это правильно. А внизу по-прежнему река Сочи. Все просто мхом и колым. Высотища. Неописуемое. Вот как-то так, идем дальше. Вот, слышно шум стекающей воды. Это речка Сочи. Вот так вот она тут течет. Вот тропинка назад. Ну а мы идем по-прежнему вперед. Через вековой лес. Мост находится в аварийном состоянии. А вот тот аварийный мост, мы его увидели. Так что хорошо, что мы не пошли вниз. Вот теперь мы пойдем в его обход. Видимо, вот так вот по этой тропинке в обход. Вот мы спустились к речке Аджер. Там можно покупаться прямо у спуска. Видим обход того самого моста. И здесь вот мы идем по речке ниже. Теперь обратно к мосту, к тому. Что тут есть проход дальше? Или не совсем понятно, куда мы пришли. Ух ты, как тут течет все дальше. Красиво. Вот такое ущелье. Похоже, что тут ходят люди иногда. Ага, ловушки скачут. Ну, сейчас посмотрим. Куда это идет? Темное ущелье. Короче, это не проход. К водопаду все-таки. Видимо, обход мостика все-таки по тропинке вниз.
К сожалению, мы намотали кругов. Ну, что поделать. Все, полезем обратно. Такие вот дела. Отлично. Ничего себе намыло. Вот, спускаемся вниз по тропинке. Идем. Ну, даже там посидим, там отдохнем, водопад. Это нормальная тропинка, тут недалеко уж. Ну, женщина сказала налево. Иди направо, Юра прав. До верхнего водопада, в общем, надо идти, соответственно, с самого-самого утра, чтобы попасть, потому что тут еще до эко-поселка. Надо доковылять. А вот у нас звезда. Памятник, блин. Если туда пойти, там типа наверх водопада. Туда, на низ. Ну, мы сейчас на низ пойдем. Ибо устали, надо покупаться, отдохнуть. Вот памятник партизанам Великой Отечественной войны. Вот так вот. Вот тут редкие кадры. Наташа в воде. Красивый водопадик. Там красиво бежит сюда ручей. Вот такой вот водопадик. Он небольшой. Ну так и надо, крабиком. Да, далеко чапали. Ну, получается, чапали, ну, часа полтора чапали. То есть на второй водопад можно дойти только при условии того, что не будешь заходить на ручей Сванидзе. Целый день туда, целый день обратно. Вот как-то так. Несмотря на маленькие километражи, времени на скакание по этим горам уходит очень много. Так что вот, если хотите доходить до второго водопада, то планируйте свое время. Ну, а мы удовольствуемся первым. Ну вот, первый пошел. Второй на подходе. Ага. Есть такое дело. Да? Ага. Ну, ущелье прямо дует откуда такие прохлады. Красиво. Здорово. Купание в водопадах — это прекрасно. А вот река Сочи. Течет. Падает по поселка. Туда наверх. Верховье реки Сочи. Ну, тут как-то мелко с тарзанкой-то прыгать. И все, в желании. Расшибешься. О, речки плавают. Чистейшие горные речки. Ну, такие, блин, какие лианы свисают прямо, да, сверху. Такие, блин. Лиана-лиана. Прямо джунгли-джунгли. Вот. Сейчас все-таки совершу заплыв в реке Сочи. Вот это она. Бегает туда. Вот это тарзанка. Ну, в общем, с тарзанки, конечно, прыгать не будешь. Прыгает, блин. Что торчит? А? Что бы река Сочи. Течение, блин.
Ну вот, совершили мы омовение в речке Сочи. Очень хорошо поплавали. Вот, там есть огромная форель, то есть, не знаю, сантиметров, наверное, 25-30 где-то. Так что ее ловят, видимо, не просто так. В общем, здорово, красиво, конечно, очень. Но вода пахнет по-другому, вот. На водопадике она такой свежестью пахнет, а здесь она такая пахнет, такой вот, минералами. В общем, вода другая, это чувствуется. Потому что здесь она более жесткая. В реке Сочи. Ну вот, мы выдвинулись в обратный путь. Я здесь остаюсь. Да? Там есть сахар, масло, сосиски. Ну там нет курочки, тушенки. Да и мороженого. И мороженого. И там про стоянку. Нашли стоянку, там были продукты. Идем наверх. Да, покушали чуть-чуть. Украли пару кусков сахара на брат. Такие мы нехорошие. В общем, сюда лучше, конечно, обязательно брать перекус. Бутерброды. Или что-то типа того. Водопадик вид сверху. Нам предстоит долгий путь обратно. Все так на два около того. Будем чапать. Вот. Ну все, выдвигаемся обратно. Следующие кадры. Двигающие вниз водопада.